Приветствую всех, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу рассказать об одной очень красивой и интересной рыбке. Меня очень спрашивают часто, что это за рыбка и как она называется, где ее найти и где ее купить. Ну и сегодня я вот хочу вкратце показать, что это за рыбка. Рыбка это у нас вот такая вот красивая. Наверняка, кто увлекается цихлидами, постоянно ее встречают. Хочу вас расстроить. Ребята, рыбка эта на картинке есть, в природе ее нет. То есть в природе нет ее цветовой формы такой. Это, скажем так, это банальный фотошоп. Да, качественно сделанный. Не докопаешься. Очень красиво сделанный. Но это фотошоп. Такой цветовой формы в природе не существует. Что это вообще за рыба? Рыба это называется Отофарингс красноверхий. Сейчас я ее покажу вам. Вот она. Вот так она выглядит в природе. Ну и для того, чтобы вы поняли, что это все-таки действительно фотошоп, потому что у меня один человек доказывал, что он действительно видел такую рыбку вживую. Я с ним не стал спорить. На самом деле, если у человека в голове вава, то это надолго, и с этим спорить, в принципе, бесполезно. Вот. То есть, я сейчас попытаюсь вкратце вам объяснить, почему же это все-таки фотошоп. Значит, вот она как выглядит в природе. Далее. Эту же картинку я взял и поменял цветовые гаммы. То есть, зеленая цветовая гамма, розовая и синяя. Далее. Открываю Photoshop онлайн, даже не заморачивайся. Ребята, я не специалист по Photoshop, но даже моих каких-то поверхностных навыков вполне хватило для того, чтобы вам показать, что это действительно рыбка фотошопленная, а не живая. Значит, первый слой. Поехали. Вот она, наша рыбка. Следующий слой я наложил и потер резиночкой. То есть тот, который был в зеленом цвете. Уже примерно все представляете, да, что это будет. Далее. Розовенькие плавнички. Красивенько. Ну и немножко синего. То есть примерно. Сейчас вернемся назад. То есть примерно вы себе видите, откуда растут ноги у этой рыбки. Понятно, что здесь тоже нужно поиграться, повозиться, но факт. Есть факт, то есть против этого уже никуда не попрешь. То есть это банальный фотошоп, и такой рыбки в принципе в природе не существует. Надеюсь, я миф вам развенчал. Если у вас будут вопросы, обращайтесь. Всегда с радостью отвечу. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, оставляйте лайки, критику. Критика это тоже весьма полезно. Благодаря вашей критике я смогу как-то более-менее аргументированно доносить информацию, если что-то я говорю не так. На этом всем пока. До следующей встречи, до следующего видео.